Центр жизни, Ольга Окс, Илья Громов. У нас сейчас в студии задержалась немного, по моей просьбе, очаровательная Мария Деева, которая сама ангел. Да. Вот в эфире, кажется. Так и есть. Маш, как тебя вывести из себя? Вывести из себя достаточно... Одной таблетки! Нет, знаешь, что бесит вообще, да, честно вот говоря? Вот этот вопрос мы задаем в этом часе. Вот как тебя вывести из себя? Вот. Вообще, капец, я сейчас расскажу. Вот, давай. Например, человек что-нибудь спрашивает у меня. Ну, типа, как дела? Или там, что ты будешь делать сегодня вечером? Я говорю, объясняю, что я буду делать сегодня вечером 1.5 минуты. А потом он говорит, а? Бесит! Ну ты что, тупой, что ли? Ты не слышал, что я тебе до этого 1.5 минуты объясняла? Капец, с какого момента объяснять? Это вот знаешь, вот как о чем говорят мужчины. Значит, она тут говорит мне там, зеленые тапочки. Я спрашиваю, что она повторяет? Зеленые тапочки. Вот то же самое, вот прям бесит до невозможности. Ну как так можно? Что? Все, я ухожу из эфира. Что бесит, Маша, это зеленые тапочки твои бесят. Я только запомнил зеленые тапочки. Из всего, что она сказала, потому что слышал это в фильме.